И ёпчиков, ребята, всем привет, с вами, как всегда, я Градус Военный, и со мной, так сказать, мой помощник Райм Кике. Если я ношу Кэнди Бобер на голове, это не значит, что я женщина. Мы с Раймом решили повыбивать броню, улучшили ее до максимума, и не просто так мы это сделали, потому что у нас сегодня длительный плохой... Сзади, Градус, сзади, сзади! Появился? Да, ты меня немного перепугал. У нас длительный поход, в котором мы сейчас собираемся добыть как можно больше ресурсов и прошастать как можно больше локаций и деревень. Посмотреть, что тут происходит. Райм, кстати, тут в болоте находится военный. Я забыл тебе сказать, так. Я тут немножко пробегал уже. Попытайся, давай с лука это сделаем, потому что у нас не экстренная ситуация, они немножко тупые, и мы их просто они перебьем. Тупые. Поэтому, ребята, можете поставить лайк, подписаться на канал. Если хотите, чтобы паразиты выходили как можно чаще, можем, так сказать, это устроить. Поэтому давайте набираем 15 тысяч лайков. Следующая серия уже совсем скоро. Райм, из них могут выпасть автоматы, давай. Ой-ой-ой, не умирай только, не умирай. Аккуратно. Только. А, ой-ой-ой. Сердечко. У меня мало здоровья, мне нужно перекусить морковка. У меня есть меч, фигачу его, фигачу, да умирай ты быстрее. Так, убиваешь. Ой, ой-ой-ой, мало здоровья, убил? Хорош. Да, убил. Так, тут так. Еще они спавнятся постоянно. Короче, ребята, мы заметили, что паразиты очень сильно активизируются ночью и нападают на деревни, поэтому пока день, пользуемся моментом, воюем с обычными людьми выжившими. Ни хрена они не выжившие, ни хрена они не добрые, это просто военные, которые захватили власть, которая, по сути, только и осталась после паразитов. Райм, давай так, стрелами. У меня уже просто почти закончилось. Патроны? Так, убили. Вроде все. Давай, смотри, еще один Кэнди Бобер. Ой, вот он, чувак, вот он за стенкой. Ай-яй-яй-яй-яй, давай, бей я его, прячусь, бей его, я прячусь. Меч. У меня полтора здоровья, Райм. Так. У меня 3,5. Да, давай. О, фух, как ты вовремя его просто убил. Еще, еще одного. Бежим, Градус! Уходи. Сейчас я их подстрелю с лука. Какие-то они тупые. На лук вообще не реагируют. У меня обеденный перерыв. Ой, у меня одно сердечко. У него дробовик, у него дробовик, стой на расстоянии. Я сейчас его убью. Еще чуть-чуть осталось. Еще вот этот. Опа. С беретом на башке. Давай, падай. Какой же ты тупой, не реагируешь на мои выстрелы от слова совсем. Винтовка! У меня есть снайперская винтовка, или что это? Да, да. Райм, плохие новости. Мы очень задержались с тобой на этой территории. Уже темнеет. Давай посмотрим, что у нас тут. Нет, здесь у нас пусто. Давай наверх поднимемся. Может быть, мы тут переночуем? Не самая лучшая идея, потому что это просто трата времени. Кровати у нас нет. И что мы с тобой будем делать? Есть ты и я, закат и вот эта вот да, штучка. Да, ты прав. Мы можем всю ночь пожарить баранину. Да, и воевать всю ночь от паразитов и зомби. Ну ты прав. У тебя есть, кстати, шерсть? У меня только одна шерсть есть. Может, овечек убьем, кровати сделаем? У меня есть уран. Полезно, как никогда. Может быть, из перьев курицы сделать шерсть? Ну, хороший вариант, но я сомневаюсь, что это сработает. Градус, у меня же снайперская винтовка, точно. Я могу издалека убивать паразитов, если они здесь будут. Ты где? А вот ты. Давай. Фух, я испугался. У нас есть еще один вариант. Найти деревню где-то поблизости. Если она не заражена, мы просто воспользуемся их кроватями и переждем ночь. Хороший вариант. Только знаешь что? Кстати, у тебя есть еда? У меня 16 жареной баранины. Я могу поделиться. У меня морковка где-то. А, вот он ты. Держи чуть-чуть еды. Тебе морковка? Мне мясо. О. Да, не хватало только его. Ты видишь поблизости деревню? Да, в том-то проблема, что нет. Меня подстреливают снизу. Я просто пытаюсь сейчас как Рэмбо. Там скелет снизу. Да, я вижу. Я бегу. С помощью нового снаряжения у меня просто скорость и повышенный прыжок. Мы с тобой прыгаем по деревьям, как эти. Как кто? Вот эти. Райм, я вижу овечек. СМП, по-моему, что такое. Райм, я бегу к овечкам, давай, мы должны переждать эту ночь. Тут зомби! Ай-яй-яй, нет, не убивай меня, пожалуйста, спасибо. Постарайся с ним разобраться так. Опа. Райм, все, у меня есть достаточно шерсти. Наташу не убивай только! Я не буду, не переживай. Райм, ложись спать быстрее. Давай, ты уверен, что это хорошая идея? Сейчас на нас нападут паразиты, будет не очень классно. Все, забирай, кровати еще пригодятся. Ой, Райм, я увидел там! Что там? Готовь пушки. Что? Паразит летающий. Летающий? Я его видел. Так, где? Это очень опасный. Опасный паразит, поэтому... Паразит, кстати, он не нападает, насколько я знаю. Поверь, они все нападают. Новый мутировавший паразит. Так, здесь зомби. В небе никого нет. Он, наверное, опустился. Или просто пропал. Но я точно его видел. Вы же тоже его видели. У меня аж не глюки. Возможно, и глюки. Так, Райм, я вижу какую-то постройку, пока прыгал. Ладно, с этим паразитом, я надеюсь, нам не придется встречаться. Поэтому просто бежим за мной. Здесь вообще не до шуток сегодня. Я беру топор и с помощью его, собственно, буду обороняться. А, это просто база зомби. Мы сейчас тут какие-нибудь интересные штуки возьмем. Это самопал, он очень хорошо блокируется щитом. Да, они еще появляются. Обычный домик, разберись пока что зомби, они несложные. А я тем временем посмотрю, что там наверху в сундуке. Уголь. Обсидиановый стальной слиток, это что? Что-то полезное, я не совсем понимаю, правда, что. Ну да ладно, резиновый лист может пригодиться. Так, Райм, опа, деревня, хорошая новость.
Подожди, что это такое? Это зараженное мясо. О, щит, это же от паразитов. Да, ты полностью прав. Смотри в оба. Деревня выглядит нормально, там жители, все хорошо, градус. Она не заражена. Отлично, тогда просто сейчас берем продукты как можно больше. Давай, давай, тут там Юни еще, наверное, проголодалась. Так. Да. А ну-ка. Так, кстати. С ними можно торговаться, я думаю, даже. Бумага на изумруды. Кузница. Ну-ка, надо посмотреть. А, градус! Ё-моё, откуда они, господи? Я не знаю. Я обосрался. Давай, 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 разбирайся с ними. Аккуратно. Их вновь, там целая туча. Подожди, я поем. Мне нужно просто остановиться. Господи, какие же они стрёмные, зараза. Вот это... Ай, Райм, ты меня подстрелил. Так, он взрывается, он взрывается. Ой. Что? Фух, вроде все. И такой. Нет, градус, вон они еще! Да сколько вас? Половина деревни заражена, а, видимо, другая половина в порядке. Знаешь, с чем это связано? С чем? А, он снова тоже взрывается. Ё-моё. А ты как? Я вот не понимаю, почему половина деревни заражена, половина нет. А вам еще нормально, мужики? Ой, там целая толпа зараженных мобов. Видимо, некоторые смогли спастись. Я думаю, нам надо им помочь все-таки, или сбежим отсюда. Я не знаю, нужно ли нам им помогать, Райм. Потому что главное, что мы есть друг у друга, а все остальное не важно. Градус, кажется, я понял, они выбрались из этой пещеры. Почему они не заколотили, непонятно. Даже, скорее всего, выбрались оттуда именно эти штуки с щупальцами. Возможно, так. Еда вроде бы нормальная, точнее, овечки, коровы. Жители бегают там, видимо, кто-то суету наводит. Ну, интересно даже кто. А ну-ка, давай осмотрим. Мне, конечно, стремновато бегать по деревне вот так, но хотя бы не ночь, знаете, не так страшно. Но если кто-то подкрадется сзади, будет неприятно. Райм, иди-ка сюда, помоги мне перебить оставшихся паразитов. Их нельзя оставлять. Опа. Может быть, еще в деревне кто-то есть. Тут где-то еще корова была. А, вот они, вот. Так, давай, ты свинку берешь, я корова. Кто-то стреляет. Не знаю, я не слышу, я не стрелял. Ой, у меня топор сломался, это плохо. Это печально. Я буду отбиваться мотыгой, которую ты скрафтил. Алмазная мотыга? Да. Господи, как скример какой! Ты что, она побежала на меня? Градус, спаси, пожалуйста. Я понимаю, стрим. А что, ты понимаешь, что мне приходится биться рукой? Ладно, я могу тебе дать, в принципе, лук свой. У меня есть лук и стрелы. Мне нужно какое-то оружие ближнего боя. Так, у меня есть 3 железа, могу тебе скрафтить топор. Да, дай мне свой щит. Ой, щит, меч, а я топор сделай себе. Ну ладно, держи. Я пойду тогда дерево нарублю. Я предлагаю отправиться в следующую деревню. Нам нужно найти полностью защищенную деревню, чтобы там не было ни одного паразита. Кстати, зомби и бандиты ни на кого не нападают. Зато вот эти паразиты нападают на много нечисти. То есть обычные зомби, там, даже вот эти вот разбойники. Это полезно. Не совсем. Хотя нет, полезно, полезно, действительно. И, короче, когда на них нападают, зомби начинают отстреливаться. Вот что я еще заметил, пока играл. Дело в том, что вот эти вот зомби даже, возможно, намного опаснее, чем обычные паразиты. Градус, иди сюда! Так, иду, иду. Что такое? Что, ну, внизу где-то есть пещера, но нам надо туда выкопаться. Я слышу, там взрывы, это не лучшая идея. Возможно, там зомби. Давай, пойдем. Ну погнали. Чего? Что это? Там? Нет, не копайся! Ты идиот! Зачем? Главное правило Майнкрафта, не копайся под себя, это целое логово. Райм, вылазь! Вылазь! Это летает кто-то! Вылазь! И у меня очень мало патронов! Там много паразитов, на твое счастье, они очень медленно плавают в воде! Они бегут за мной! Я попытаюсь застрелить этого летуна! Так, все получилось. Подожди, подожди, подожди! Это целый каньон этого говна! Выбирайся быстрее! Слишком много! Подожди, 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 подожди. Ты сможешь? Они взрываются. Ты можешь выжить? Ты можешь выжить? Градус, градус, градус! Вот откуда они лезут! Градус, аккуратно, сам аккуратный будь. Райм, я не спасу тебя! Нет, нет, нет! А, я умер! Градус! Райм, они на меня нападают! Я отстреливаюсь, отстреливаюсь из лука! Они издают странные звуки. Так, откуда так, их тут столько? Они мутируют во что-то! Ой, кто меня такой? Летающая хрень какая-то! Так, подожди, 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 мне надо отстреливаться. Ты как? Райм, ты там как? У меня-то хоть один. А, они стреляют, они выбираются как-то. Побежали быстрее, быстрее, быстрее. Стреваем отсюда. Тут целое их логово. Ими там просто кишит. Выбирайся. Вот он полетел. Все-таки мне не показалось про летунов. Давай, нужно попытаться его убить как-то. Я убил. Все, хорошо, подбираем опыт. Прям валим быстрее. Темнеет, темнеет, они же сейчас повылазят. Вылазят и заразят 100% эту деревню до конца. Бежим отсюда. Валим, валим, валим. Я не знаю, просто если бы мы могли с тобой как-то завербовать этих бандитов или как-то привлечь на свою сторону военных. Ну ты понимаешь, это все бессмысленно. Тут каждый сам за себя и своя шкура дороже. Главное, чтобы сюда не пришел утенок Джек. А что случится? Ну, тогда его сожрут. Логично. Знаю, как Джек любит рваться вперед, нарожен против всех. Нам нужно бежать обратно на базу. Мы что-то с тобой загуляли. Подожди, где наша база? В той стороне. А, кстати, она же находится совсем недалеко от этой деревни. А представь, эта орда на нас нападет рано или поздно. Райм, нам придется изготовить очень много динамита. О, господи, они же могут еще все сейчас помутировать там и стать каким-нибудь супер-зомби. Ложись спать, пока они не поспавнились. Рягу рядом с тобой, а то мне страшно. Рягу рядом? Рягу рядом с тобой, да. Скажи честно, ты это случайно сказал или специально? Случайно. Зомбари я не боюсь, хотя у них есть
автоматы, которые бьют сильнее. Потому что они даже не такие жуткие, к ним я привык. Они не жуткие, по крайней мере, да. Да, давай, побежали. Райм, а эту деревню я, кстати, не находил раньше. О, там кузница, а или нет? Подожди, нам нужно сюда сбегать. Проверь. Подожди, градусный, беги, не беги. Держи снайперскую винтовку, посмотри. Может быть, ты в нее что-то увидишь с горы лучше. Че там? Вроде бы пусто. Я никого не вижу. Это плохой знак. Дай-ка сюда обратно ее. Вот, держи. Давай, так, ладно, пойдем аккуратно только. О, кузница, все-таки там у тебя, есть. У тебя берет не побит, у меня просто берет на 20 долговечности из 825. Это примерно 0,5%. Может, тебе надо починить? У меня на 0. Не, они в домах спрятались. Ну подожди, надо быть не как в прошлый раз. Они могут застать нас врасплох. Поэтому я сейчас просто на окраине деревни. Кто-то стреляет, это ты? Нет. Зомби отстреливаются только на, если на них нападает паразит. Значит, где-то рядом есть все-таки. Так, я нашел пока что кирку железную, яблоки. Мне просто интересно, что из этого вот инфицированного мяса можно сделать. Иди сюда, прислушайся. Я слышу. Ты слышишь? Я слышу. Они в домах? Откуда их тут столько? Я! Нет! Это собаки! Это зараженные собаки! Райм, убегаем! Убегаем, убегаем, убегаем! Убегаем, убегаем, убегаем! Залазь на гору! Попытайся выстроить из блоков что-нибудь. У тебя есть блоки с собой? Да, у меня есть куча блоков! Градус, откуда их здесь столько? Что? Подожди, я на крышу заложу. Ё-моё, они все в одну кучу просто сплелись. Божечки, нас окружили. А почему деревня не захвачена тогда? Я не знаю, возможно, они только пришли. Корова умная, кстати, корова на крыше. Ох, корова. Молодец. А житель тем временем грядки там сажает. Так, видимо, они еще не поняли, что произошло. По-моему, эта деревня тоже сейчас будет захвачена. Райм, если мы в следующий раз прибежим... По 3 градуса, они бегут от собаки. Да, конечно, а ты посмотри, сейчас она просто поест их всех. Райм! Что? О, господи, бедные жители упали в яму. Райм, поднимайся быстрее. Зомби просто их жрет. Что с ним происходит? Смотри, он превратился в какую-то жижу. Аккуратно, мы уже тем временем слезли, ребят. Оно не кусается. Что? Смотри. Стоп, их двое здесь, тут еще в яме какие-то. Что? Фу! А что с ним происходит? Я не знаю, они соединяются, не сливаются, таким образом появляются сильнейшие. Они мутируют таким образом, они в один организм сплетаются, когда паразит развивается, он не может уже находиться в теле носителя, он просто гниет и превращается в какую-то жижу. Фу, градус, может мы свалим отсюда? Его надо убить, пока он не превратился. Сейчас, у меня есть снайперская винтовка, опа, получай. Здесь крестьяне вроде спрятались. А где же зомби? Где зараженные, я даже знать не хочу. Что? Может быть, это затишье перед бурей? Не знаю. Я же говорю, не знаю, знать не хочу. Я сейчас проверю еще деревню. Если их много в одном месте... Ой-о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 й. За мной паразит бежит и военный. Убили паразита и убиваем военного. Откуда все. Здесь военный? Райм, валим отсюда. Все, с меня хватит. Я с тобой полностью согласен. Бежим. Райм, посмотри, там жижа. Что? Она эволюционировала. Еще и Джек-убийца. Руби, руби, руби. Бежим. Прячемся, 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 прячемся в деревне. Бежим, тут так. Летающий паразит еще. Откуда он высрался вообще? Прячься в большом доме. Прячься, 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 прячься. Градус, не могу пройти с жителями тут. Что нам делать дальше? Я не знаю, но на сегодня с меня приключений хватит, ребята. Как бы брутально я так не выглядел, но все равно на сегодня приключений хватает, поэтому... Что это? Градус, посмотри в окно! Подожди, подожди. Нет, только не этот прожора, нет!